И всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас будет челлендж от Угря. Он говорит, чтобы я прошел игру за оборотня с любой льтой, убойку и пройди игру без оружия. Мультиплеер использовать нельзя, но если пройдешь, дадут ему вот цвет руки. Да, именно этим он меня заинтересовал. Почему ты ни разу не делал так? Ладно, я просто все сделал так, как сказал данный человечек, и пошел играть. Да, это, конечно, плохо играть на непрокаченном персонаже, и мне уже сносит броню. Вот именно, персонаж говно какое-то на самом деле, играть за него просто нереальность. Блин, я даже... хз немного как играть... Шанс за 5% восстановить броню на 1. Ну тогда вот это надо использовать, получается. А вообще на протяжении долгого времени я использовал такую тактику, что я бил врагов за стеной. Да, не удивляйтесь, но кажется, в Солкнате такое есть. Блин, серьезно, надо было бы украшение взять. Что-то я не подумал. Хотя, с другой стороны, я что-то и одновременно не думал то, что как бы этого персонажа одна защита... Съешься. До этого как-то осторожно съесть. Например, сейчас за этим факелочком. Да, я могу еще через стены, то есть, бить. Надо через стену их есть. Кусать. Так, все, его съели. Тут у нас печь пересоздания. Ну и тут я просто очень и очень много играю. Да. Вообще, ульту лучше на мини-боссов тратить. Мне кажется, так более полезнее будет. Так, сейчас надо этого мини-босса съесть. Ну, тупая хрень, проходи быстрее. Все. Зачем я его взял? Ну и первый босс Зулан из руин. Сказать честно, я его убивал пипец как долго. Ну и умер заодно. Ну ничего, я попробовал еще во второй раз поиграть. И слил же их, но нет! Ой, как же это тяжело. Короче, ребят, вот я... заюзал, так сказать, автомат с водой. Вообще без разницы, как он называется там. Похуй. Ну еще, ребятушки, я решил взять оружие ближнего боя. Потому что мне кажется, если его не возьму, это просто будет невозможно для меня. Так что я сделаю вот это оружие ближнего боя. Иначе просто... ну это нереальность какая-то так пройти. Это ужас. Поскольку понижать сложность я не хочу. Вообще не то нажал. Понижать сложность я не хочу, поэтому... чуть, конечно, не по правилам будет, но ничего страшного. Чуть-чуть не по правилам. Если бы я бы еще бы нашел бы какую-то там звать-то статую паладина, так было попроще играть. Блин, локация маленькая, а мобов много. Вот так вот его съем. Через стену. Давай, подходи. Вот. Имба тактика, на самом деле. А, расщепитель мне не нужен. Ведь я играю, так скажем, частично без оружия. На самом деле, с нунчаками попроще, но вот эти обезьяны бесят. Обезьяна, помимо того, что мне сняла хп, так она еще и замедлила скорость атаки моего оружия. Ужас просто. Быстрее. Как же бесят эти шипы? Как по мне, они лишние в Солкнайт. Так, о, то, что надо. Так, принц в костюме. Что это за баф? Я, конечно, не помню, что этот баф дает. Но точно знаю, что это не фигня. Съедаем. Так вот, вот этих обезьян надо убивать, которые кидаются сами знаете чем. Иначе они бесят этим замедлением скорости оружия, если честно. Ну, блин, это последняя. А, не, она была не последняя. Ну ладно, пускай она подойдет к нему поближе. Но специально не подходит, а? Ладно, ничего, я все равно люблю. Надеюсь, там будут таблетки. Ой, ну ладно, пускай можно залутать. Не везет, конечно, мне на таблетки, но насколько я помню, там, по-моему, плюс к максимальной защите должны дать чуть-чуть. О! Ну, если честно, бесполезно. Так, надо еще вот этих всех убивать. Ну, так сказать, зачищаем эту комнату. До конца.
Все, комната зачищена. Так, снизу надо посмотреть, что там у нас будет. Тут у нас, как всегда, сундук. С это что у нас? Двуствольная винтовка. Ура! Вот. Странно, почему это винтовка, если это похоже на дробовик. Что я сделал? Ну, вот, то, что надо. Хотя бы игра мне чем-то помогает. Оно радует. Ой, вот это говно надо сносить. Съешься. Фу. Вот это вот, типа, стартом оружием алхимика стреляет. Их надо тоже убивать. Бесит они меня. Блин, даже по факту не докоснуться до моба, он просто умер за километр. Серьезно. Так, я не собираюсь защищать эту локацию. А, стоп. Мне же ее надо защищать. А, как много мобов, как много мобов. Так, мини-боссов надо убивать. Ой, боже. Это просто ужасно. Нет, эти вот, которые салютами стреляют, они через стены меня дамажат. Это плохо. Так, умрись. А, не надо, пожалуйста. Все, одного убил. Ой, боже. На второй раз, а сколько мобов появится? А, ну два моба появилось, нормально. В принципе, еще какие-то простые. Это хорошо. Что-то у нас в клетке. О, то, что надо. Не зря все же зачистил. Так, и тут, ну, на самом деле, три достаточно полезных бонуса. Мне кажется, ульту надо делать сильнее. Ну, типа, оборотень тупо за счет этой ульты сильнее. Мне нужны как раз нипы NPC, чтобы они мне помогали. То есть, везет пока что. Веси начинает. Надеюсь, не перестанет. На этой локации достаточно противные боссы будут. Например, там какой-то колосс Зулань, там золотая маска, вот такая параша, если попадется, это ужас. Надеюсь, там какой попроще будет. То мне бы хотя бы до второго этажа подойти. Чтобы хотя бы что-то было. Нужно до второго этажа. Вот если я сольюсь, я, наверное, еще разочек попробую сыграть. Чтобы, ну, мало ли, у меня все же получится до третьего этажа дойти, мне уже сносит ХП. Ой, боже, доели. Так, ну эти обезьяны вроде бы одновременно еще и простые. У них просто ХП мало. Их легче сносить. Вот это вообще халява, вот эти, которые стоят. Их можно просто так сзади их подойти. Ням, и все. Нет. Ну и вот эти вот, которые салюты кидают, у них еще, если приглядитесь, у них типа, как бы это сказать, снаряды такие, что ли, полусамонаводящие какие-то такие. Они как-то заворачиваются, что-то, когда они стреляют. Странно вообще, когда они работают. Потому что они меня бесят. А еще у них атака какая-то прям через стены может хорошо бить. Оп, все. Нет, сундук. Да блин, ну вот опять. Нет. Ой, как же бесит меня, когда я просто об случайные какие-то препятствия бьюсь. Надо сейчас кого-то отхилиться. О, нет, нет, только не мини-босс, только не эта параша. Ну и давайте приступим сразу же к боссу, которому я, кстати говоря, опять слил. Ну нет, ну как играть? Вторую ульту, может быть, мне попробовать, я не знаю просто. Да можно хоть десятую, хоть пятую, ничего не выйдет. Что, можно один раз докоснуться и все? Что я там крафтил? Ну и да, как вы понимаете, я скрафтил не калибур и пошел играть с ним. Вот так вот получилось. Ну и все шло хорошо, я всех легко убивал, можно сказать, даже боссов. Ну и так сказать, вот вам босс-файт. Да, я его убил! Боже, хотя бы одного босса, и то даже не по-честному его убил. В челлендже нельзя использовать оружие, ну пускай. Ну что ж, тут уже идет другая локация. Думаете, зачищу я или... Я уже говорить не умею. Зачищу я ее или нет. И, кстати, вторая локация уже попроще, чем первая. Ладно, на этом моменте я просто умер и все. Короче, спасибо за просмотр и пока.